Петрович, здравствуйте, это Сударкина. Да, слушай. Что там у нас по делу с Бородиной? Ну, опросил я ее. Так, и что дальше? Дальше будем решение выносить. Какое решение? Вы с меня показания не взяли полные. Кому мне обратиться, чтобы мне прислали... Я вам сказал, берите своего адвоката и приезжайте. Нет, вы мне что ответили? Присылайте мне повестку, я вам ответила. А так приехать нет? Подождите, давайте делать все официально. Мне это для суда надо, чтобы вы мне вызывали официально. Мне вы пришлете повестку или вы мне скажете, кому обратиться, чтобы мне прислали повестку, и я пришла и дала показания в полном объеме. Жду. Идем, до свидания.